Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Вот этот гриб называется опенок кандоля или псотирелла кандоля. Гриб этот является условно съедобным, но чтобы попробовать этого гриба, его нужно очень много набрать. Он не является каким-либо ценным при сборе грибов грибом. Растет этот гриб на трухлявом валежнике лиственных пород деревьев. Его можно встретить как на дачах, в различных городских парках, в лиственных и смешанных лесах. Расти он начинает где-то примерно с начала мая и до октября. Шляпка у этого гриба не превышает 7 сантиметров, а ножка в диаметре до 0,8 сантиметров. Ножка всегда полая, беловато-кремовая. Шляпка в молодости колокольчатая, затем она распрямляется, становится распростертой. На шляпке по краям имеются остатки покрывала. Также на шляпке имеется бугорок. Цвет шляпки от светло-коричневого до светлого оттенка. Этот гриб имеет свойство выцветать до практически белого цвета. Мякоть гриба бело-коричневая и очень ломкая. Запах у гриба приятный, грибной. Пластинки у псотирелла кандоля светло-серые, как и у всех остальных псотирелл. Затем становятся темно-коричневыми. Такого же цвета у нее и споры. Раньше этот гриб причисляли к несъедобным и даже ядовитым, но сейчас этот гриб считается условно съедобным и даже по некоторым европейским источникам съедобным. Растет этот гриб в Северной Америке и Европе. Гриб этот достаточно теплолюбивый. Я даже не знаю примерные границы его распространения на севере. Всем удачной тихой охоты. Пока.